Здравствуйте, зрители, подписчики моего канала, Дмитрий Микрофона, и мы продолжаем играть в Wargamer Dragon. Вот так мы тогда отбили Северный округ и новые территории в последних двух сериях. Так, наша оборона пока, ну, нормально обустроена, только я боюсь этих ми и какой-то Джеах, 7, Фейбао. Вот Фейбао, вот, у них превосходная скорость возобновления, подавление воздействия. Вот эти еще какие-то ребята, бойцы, ополчение. Так, пехота. Какое-то взводное отделение. Бойцы, элита. С напалмом, ребятки. Смотрите, они в противогазах. Интересно. Так. Хорошо. Этих ребят мы оставим пока. Может, даже им поможем. Кем поможем? Вертолетами, наверное, скорее всего. Да, вертолетами поможем. Ну, а тут пусть остается этот сектор. Так, конец хода. Первое подразделение механизированных войск Анзак готово к развертыванию на аэродромах Гонконга и Сайкуна. Так, приближается флот противника. Возможно, задача прикрытия десантной операции. Такие маневры создают угрозу нашим флангам. Эта операция позволила бы нам получить контроль над акваторией Гонконга. Самолет Торнадо с противокорабельным вооружением готовы поддержать эскадру с воздуха. Хорошо. У них самолетов нету? А, господи, у них эти Фейбао. Пегасус. Так. ЛЦУ. У нас тоже здесь есть Пегасусы. О, Оливер Хазард Перри. Так, 21. Ну, давайте их сюда приперем вместе с самолетами. Так. Самолеты, это что у нас? Торнадо. Торнадо ГР. Б, так это против наземных целей. Вот, а пришли, кстати, наши ребятки. Анзак. Батальон Арнзак. Легкий конный полк. Батальон, то есть. Диггеры. Копальщики. Копальщики. Пионеры, штурмовые пионеры. Бойцы, а диггеры тоже бойцы. Так, эти с напалмом. Мрав. Вот эти ребята на 700 метров бьют. М4А1 у них есть. М41А1, то есть, извиняюсь. Так, размер средний, оптика плохая, бронебойность плохая, все плохо, одним словом. Артиллерия. Так, это что, принцесс? Так. Батальон принцессы. Полк принцессы, то есть. Под Патрики. Так, канадские винтовки, у них тоже бойцы, но мы все это вызвать не можем. Противотанковый батальон, мы его вызвать можем. Но он нам не нужен. М113 не против самолета, а против всего. Короче. Так. Новые территории. Так, харьеры. Вот так. Так, смотрите. Здесь может быть высадка, но только с этого сектора. Так что, их вертолеты куда подходят? Куда подходят их вертолеты? Они могут где-то сюда высадиться? Как ожидается. Или сюда. Чохуань. Так. Нужно все же сюда вертолеты подбросить. И вот так. Кину пехоту территориальную. Так. Пока мы уничтожим новые территории. А в следующей серии мы, наверное, будем морской сектор очищать. Так. У них эти самолеты есть. С 500 килограммовыми бомбами двумя. ПТЗ, сушки, ПТЗ техника. У них танков нету совсем. Вертолеты есть. Вот, вертолеты есть у них. А у нас есть что-то? А, техника. Так, против самолета у нас есть что-то? Нет, у нас что-то нету ничего против самолета. Чифтон. Нужно побольше что-то против самолета противопоставить. Ну хорошо, начинаем бой. Опять там же окопаемся. Так, кстати, многие стримеры, можно сказать, ютуберы, они недооценивают
пехоту. Так, оптика средняя. Они недооценивают вот эту пехоту, которая мало стоит. Видите, они подготовка бойцы, они просто мало стоят. Так. Одну сюда поставлю. Ой. Они сразу берут элитные войска, которые нафиг не нужны. Так. Вот здесь. И вот этих ребят поставим. Мы их потом объединим. Один саксон. Саксона можно сюда поставить. Так, танки. По танкам у нас будут лучше все чифтены. Ну, можно даже один челленджер. А чем они отличаются? Бронебойность получше. Дальность побольше. Броня намного больше. Ну, я их немножко рассредоточу. Так, разведка. Разведка нам нужна. Очень хорошая разведка. Фиорет и пинки. Не, оптика превосходная. Вот. Вот что нам нужно. Превосходная оптика. Потому что они могут даже отсюда атаковать. Так, танки. Поддержка. Так, вот этих ребят сюда подкинем. К султана сюда. И еще танки назад. Так, вот так. Разведка. По разведке нам здесь не нужно. Вот эти ребята, возможно, нужны будут страйкеры. Так, вот страйкеры. Также можно вомбату несколько. Вот несколько вомбатов. И снабжение дальше все. А, блин, у нас же нету. У нас же нету самолетов. Самолеты нужны будут. И эти ребята. Так, хорошо. Начинаем бой. Так, выгрузка. Сразу, ребята, убегайте. Саксон. Кстати, круто выглядит. Такая боевая машина. Британцы всегда необычно так имели технику. Необычно выглядящие. Которая необычно выглядит. Так. У нас 2 очка сюда идет. Через боевую зону. И дополнительные очки еще насчитывается. Одно дополнительное очко насчитывается. Так, самолетов у нас мало. Фюзелеры пока ждут. Им пока пофиг. Так, танки. Что делают наши танки? Они задом стоят. Так, чифтен. Вот. Так, так, так. Фюзелеры пока пусть разведают. Это все. Застряли в грязи. Так, вомбаты. Так, он говорит, следуйте за мной или провалите с моего пути. Вот, челленджер, давай. Вот, торнадо, то есть. Сейчас нанесет удар. По главным им войскам, их войскам. Пошла, родимая. Вот. Отлично. Так, фюзелёра можно прятать уже. Так, мы потеряли 3 человека, но это не страшно. Ждем, пока восстановится. Опять торнадо, и еще можно даже одного взять обученного. И потом с него сделать какого-то потного, опасного. Так, страйкер здесь стоит. ЗТЗ стоят. ПТЗ тоже стоят. Они как-то боятся нас атаковать. А, я же этих не объединил. Перегруппировка, ребята. Перегруппировка. Ну, пусть будет вот так. Они не хотят перегруппироваться. Так, вот попали. Одного человека нам, конечно, убило. Опять торнадо сейчас вызовем. Так, вот пошло торнадо. Вот ЗТЗ, ЗТЗ здесь. Нужно умно бить.
Так, бомбы еще по нашим пошли, вроде немного. Так. Огонь. Так. Наши возвращаются. Так. Вот они тут встали. Все, нет припасов. Вот сейчас будет. Смотрите. Поехали. Не успели даже приехать. Ракеты. 715 очков. Мы ничего не потеряли. Хорошо. Как-то все быстро случилось. Следующим заданием, следующим в этот видео мы будем уничтожать, пытаться захватить Москва, сектор Лима, а потом уничтожить этих ребят, вот, которые нам москиты имеют. Блин, они тоже имеют неплохо. Так, вооружение. Ох, Люда, 6 штук. Ох, твою мать. 6 джин. Ну, короче, одним словом, попытаемся что-то сделать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий. Пока.